Проект решения Совета депутатов сельского поселения Барвихинское об исполнении местного бюджета за 2018 год был опубликован в официальных средствах массовой информации в установленные законом сроки. Публичные слушания назначили на 16 июля. Участие в них приняло более 60 человек. Вел заседание заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Гусев. С основным докладом перед собравшимися выступил исполняющий обязанности руководителя администрации поселения Герман Потапчук. Доходы бюджета поселения составили в 2018 году 981 миллион рублей, а расходы 951 миллион рублей. В целом бюджет поселения исполнен с профицитом в 30 миллионов рублей при плановом дефиците 155 миллионов. Несмотря на сложности, план по доходам местного бюджета был перевыполнен. Это связано в первую очередь с грамотной работой администрации поселения. Что же касается расходов, то, несмотря на сопротивление части депутатов, на Барвихе все же удалось профинансировать ряд важных направлений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, дорожным строительством и благоустройством. От себя лично хотел бы добавить слова огромной благодарности нашим старостам нашего сельского поселения. Группа депутатов нашего сельского поселения Барвихинское, которые, благодаря которым отстаивались приоритетные направления развития поселения, и коллективу администрации сельского поселения Барвихинское, которая ежедневно выполняет возложенные функции и должностные обязанности. Участники слушаний единогласно поддержали отчет об исполнении бюджета поселения за 2018 год. Это огромная работа, которая проведена нашей администрацией под руководством, так сказать, ее руководителя Германа Валерьевича Потапчука. Действительно, совершенно объективно, в теснейшем сотрудничестве со старостами, с активом всех наших населенных пунктов. Ну вот, это позволило, так сказать, вот нам, депутатам второго округа, по сути, исполнить свои предвыборные обещания, так сказать, вот в такой короткий срок. Решающим здесь был действительно 2018 год, несмотря на все эти сложности. Этот год заложил действительно такой серьезный фундамент развития нашего поселения. Данный отчет об исполнении бюджета поселения можно считать итоговым вдвойне, потому что образование Одинцовского городского округа полностью изменит ход бюджетного процесса на территории нашего муниципалитета. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».